Приветствую вас на канале Лего Мастер, в эфире Константин. Сегодня я вам хочу сообщить хорошую, я надеюсь, для вас новость, а именно то, что я начинаю новый конкурс, а именно конкурс самоделок. Что именно он себя будет представлять? Это будет конкурс на лучшую самоделку, а вернее сценку. Можно большую, можно маленькую, это на ваше усмотрение. Тема сценки — зомби-апокалипсис, ну а дальше зависит все только от вашей фантазии. Что хочется сказать в дополнение? Фото, которое вы будете присылать, должно быть качественным. Старайтесь делать хорошо, красиво. В сценке должен присутствовать хоть какой-то художественный смысл. Самоделки, где просто расставлены фигурки на пластинке, думаю, шансы будут иметь минимальные. В вашей сценке должна быть какая-то атмосфера, какая-то история. Как конкурс будет проходить технически? Вы должны сделать свою самоделку, сценку, сфотографировать ее. Еще раз повторюсь, качество, качество, еще раз качество. Пытайтесь делать освещение, фотографии должны быть четкие, следите за фоном, то есть ничего лишнего туда не должно попадать. То есть картинка, которую вы пришлете, должна радовать глаз, как ваш, так и зрителя, который будет ее смотреть. Немножко отошел от темы, итак, как конкурс будет проходить. Вы делаете фотографию, можно несколько, помещаете свою работу в альбом, причем важный момент, вы помещаете основную вашу фотографию, а все остальные добавляйте в виде комментариев к ней. Обязательно на одном из фото должна быть присутствовать надпись. Это какая-то бумажка, никакого фотошопа. На бумажке должно быть написано, что это работа на конкурс Лего Мастер. Название конкурса — «Рассвет мертвецов». А также необходимо указать ваше имя, то есть имя участника, автора этой самоделки. Альбом, в который нужно кидать ваши работы, находится в нашей группе ВКонтакте Лего Мастер. Ссылочка на конкретно этот альбом будет в описании этого видео. Только те работы, которые находятся в этом альбоме, и будут принимать участие в конкурсе. Для одного участника принимается только одна работа. Фотографий может быть много вашей работы, но самоделка одна. И последнее условие конкурса – необходимо репостнуть эту новость к себе на стену в ВК. И, пожалуйста, не торопитесь. Старайтесь делать хорошо, качественно. Этому будет особенно уделено внимание. Качество работы, так же как и качество фотографии. Работа принимается до 31 мая включительно, то есть 1 июня работа уже не принимается. Результаты конкурса будут объявлены или 1 июня, или 2. Посмотрим, как по загрузке, как у нас все это будет происходить. Про конкурс я, кажется, рассказал все, кроме одного, о призе, который получит победитель. А победитель у нас получит вот такой приз. Вот такой набор от компании Brick. Подозреваю, что он уже может считаться определенным раритетом. Это инкассаторская машина, полицейские, преступники, которые пытаются ограбить. Думаю, многим это будет интересно. Набор из серии «Полиция», 209 деталек. Победитель получит этот набор по почте абсолютно бесплатно. Ну, теперь, кажется, все. Я объявляю, что конкурс стартовал. Вы уже можете приступать, но я с вами прощаюсь. Всем пока, увидимся на канале.